Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем обзоры торговой марки «Герман Грасс». В руках у меня наматрасник хлопковый. Посмотрим, что это за матрасник. Пока достаю, скажу. Представлены в трех размерах. 90 на 200, 160 на 200, минуя 140, и 180 на 200. Вот такие три типа размера. Он у нас полностью хлопковый со всех сторон и там, и сям, с резинками широкими по углам. Соответственно, здесь у нас есть такое трикотажное полотно с этой стороны у нас хлопок. Ну, понимаете, для защиты матраса. Так или иначе, наматрасники нужны. Есть наматрасники, которые можно, помимо того, что защитить матрас, спальное место, использовать еще и как перинку. В данном случае этот наматрасник у нас, ну, толщина 1-2 сантиметра, они тонкие. Соответственно, эти резинки для крепления к матрасу, чтобы не уезжал в разных случаях никуда от поставленного угла. Вот такой вот замечательный, приятный, мягкий, тактильный, там и там. Здесь сатин, здесь трикотажное полотно, чтобы не скользить. Соответственно, постельное белье будет держаться хорошо. Защита вашего места хлопковым наматрасником, который и место сохранит, и чуть помягче сделает ваш матрас. Хорошо спать — треть жизни. Дело правильное. Поэтому Герман Грасс, дорогие друзья, на прилавках магазина «Текстиль домой».